город Верхний Салда, где в рамках третьего тура чемпионата горно-заводского округа по мини-футболу встречается команда «Звезда поселок», свободный в синей форме команда «Металлург», Верхний Салда в красном. Голкипер спасает. Металлург в атаке, хороший пас и отличный гол получается, попадает в поле. Уже на третьей минуте матча. Удар, Дис пробивал. Летает на трибуны. Хороший пас и гол с мячом. Ворота пустые. Комбинация.
неожиданная потеря. Алексей. Голкипера. Но пас. Прерывает защитник. Дмитрий с мячом. Вот звезда перехватывает удар. И третий раз уже. Третья шага в матче. А тут уже защитник выручает. И снова, снова. Удар издалека. Голкипер. Голкипер отбивает. Удар. Чисто передача. Команда «Звезда» забивает первый мяч встречи. Юрий Алексей Ромашин. Удар головой. На дальнюю и снова штанга. Своеобразный покер. Четвертая штанга в матче. Низ развивает атаку. Хороший пас на Игоря. Тут 1-1. Голкипер блестяще действует. Дмитрий пробивает. Получился такой скрытый пас на теску. И Металлург развивает свой четвертый мяч. Выход 1-1. Удар. Мяч попадает в Алтипера. Дмитрий Петренко с мячом. И забивает третий мяч. Делает третий матч. В прошлом сезоне Дмитрий стал бомбардиром в группе А чемпионата Нижнего Тагила. 35 мячей забил нападающим. И вот тут же Кис отвечает. Еще осталось 5-2. Команда «Звезда». 5 полевых в поле. Пустые, удар совсем не точный получается. Снова ошибка, ворота пустые, Металлурги в атаке. Передача, но тут Руслан все прочитал, прерывая угрозу. Отличный был пас Егора на дальнюю, но партнера там не оказалось в этой зоне. Выход 1-1. Дальний удар и поворот, поэтому матч заканчивается. Победу держали хозяева площадки. Металлурги со счетом 5-2. Была повержена «Звезда». Спасибо за внимание. До свидания. Удачи. Нам дает Данил Куфтан, защитник команды «Металлурга». Данил, поделись впечатлением матча. Игра хорошая была, все настроены, состав, народу много у нас было. Сильная команда была. Нам просто, как сказать, перебегали мы. Столько штанг было, спасли, все штангу, бам-бам. Защитники, как бы, сами молодчики вообще, Кого-то выделить можешь в составе своей команды? Кого-то может выделить в составе своей команды? У нас два лучших нападающих, не знаю, Дима Петренко, Дмитрий Соловей. Хэтрик оформил сегодня. Это крутой нападающий. А сегодня Серега Балакин, молодчик, сегодня из пустых ворот столько моментов вытащил, как бы. Прям вообще. Поздравляем вас с таким хорошим результатом. Удачи сегодня в следующих играх. Спасибо. Интервью нам дает Егор Колтышев, защитник команды «Звезда». Егор, поделись впечатлением матча. Матч выдался очень тяжким. Во-первых, на игру опоздали. Во-вторых, сказ, наверное, везде.
везение соперника. У нас было 5 штанг за сегодняшний матч. Мне кажется, ни у одной команды такого вообще не было в этом турнире. Но просто сегодня было везение на стороне, так сказать, хозяев. Нам чуть не повезло. Кого-то, может, видите в составе соперника или в своей команде? Знаете, в составе соперника никого не могу выделить. Но в нашем составе считаю, что парни действительно молодцы, бились до конца. Отдавали все силы на игру. Хоть сегодня и двигались, все равно в первую выложились, я считаю, на 100% все выложились. Ну, чуточку везения, и могли бы там шанс поднять, а то и выиграть матч. Ну, спасибо, большое удачи вам в следующей игре с Гальянсом.